Детский лагерь «Звездочка» меняет свой статус. Его перепрофилируют в учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи под названием «Авангард». Клянемся быть спортивными! Клянемся! Клянемся быть здоровыми! Клянемся! Клянемся быть веселыми! Лето. Долгожданные школьные каникулы. Беззаботная пора. Кто-то отправился в деревню к дедушке и бабушке. Кто-то в детский оздоровительный лагерь. Благо, в этом году они работают. Звездочки вот уже на протяжении многих лет с удовольствием отдыхают ребята из Новочебоксарска и других районов и городов республики. Самые яркие воспоминания, как правило, остаются после такого дружного совместного отдыха. Ведь, как пел известный бард, лето – это маленькая жизнь. Я в лагере первый раз. Сегодня мы играли в различные интересные игры. Я познакомилась с новыми друзьями. Мне здесь очень нравится. Но если дети радуются каждому прожитому в лагере дню, то взрослые решают серьезные проблемы. Большинство таких загородных учреждений нуждаются в реконструкции. В наши пионерские лагеря на протяжении многих десятков лет не приходило внимания, не приходило финансирования. И наши дети, конечно, должны проводить свой летний отдых в очень хороших и интересных, качественных условиях. Наша задача – подготовить единый подход модернизации, который будет включать в себя безопасность, увеличение мест. Ну и, конечно, сами корпуса должны быть современными, удобными, комфортными. Перепрофилирование идет в рамки единой комплексной программы модернизации лагерей Чувашии. После капитального ремонта учреждение сможет принимать детей в течение всего года, не ограничиваясь летними каникулами. То есть лагерь получит дополнительное развитие, он начнет работать на 100% своей мощности, то есть мы сможем принимать детей не только в каникулярное время, а еще в середине года, то есть осенью, зимой, то есть мы охватим большее количество детей. У нас появятся новые специалисты, в лагере появятся новые возможности, новое оборудование. То есть нашим детям будет гораздо интереснее быть уже в совершенно новом лагере, в котором должен появиться и бассейн, и стрелковый тир, и преобразиться все спальные корпуса. В перспективе у каждого детского лагеря появится свой профиль. Екатерина Шеверова, Вадим Владимиров, Республика.